Dire Team Ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team ban. Dire team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team pick. Dark Seer. Radiant team pick. Radiant team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Juggernaut. Dire Templar Assassin. Dire team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time.
Venomancer. Radiant team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Warlock. Dire team pick. Radiant team ban. Dire team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team ban. Dire team ban. Radiant team ban. Итак, вырываемся в первую полуфинальную игру. Вторая идет сейчас параллельно, играют Broken Glass и Infire. А в текущей игре мы видим Legacy против Tugeza. Наверное, одна из интереснейших игр как раз этого турнира должна сейчас быть. Tugeza забанили Тайда, Undying, Enigma, Тинкера, Bounty Hunter. Legacy забанили Батрайдера, Брюмастера, Чаус Кнайта, Вайда и Рики. Собственно, пик Tugeza сейчас. Дарксир, Темпор Ассасин, Виномастер, Квин оф Пейн. Пик Legacy, Джекира, Джаггернаут, Варлок. Очень долгие экстра таймы уже почти закончились. Долго думают все над пиком. Это игра за выход в финал. Собственно. И Морталис просто дает темпуарку. При том, что первый пик был Дарксира, Тугеза, и после Джекира недолго думали, зачем-то решили взять Джиггернаут. Нет, ну, Джиггернаут, да, достаточно сильный персонаж, но Морталис на Ланае не менее сильно играет, и можно было ее взять. Можно потом было взять Джиггернаут. Я не знаю, может, в какую-то страту не вписывается. При этом видим Варлока в игре. Что меня тоже слегка. И Бестмастера. Либо у них какая-то сильная задумка, либо они проиграли пик. По-другому я сказать не могу. По крайней мере, я не вижу ничего прямо такого сверхлогичного, вот честно.
Я не понимаю, что сейчас будет происходить. Я только вижу, что два масульта сильных забанены. И сейчас будет твориться какая-то агрессия, наверное. Тут Дарксир сложная, Темпор Ассасин, Митвина, нет. Темпор Ассасин, по-моему, или нет? Темпор Ассасин триповая. Вместе с Рубиком и Виномансером. Дарксир сложно, Аквапомит. Вот, скорее всего, такой расклад. Здесь Джакира с Джаггернаутом и еще кем-то будут стоять в трипле на изи. Варвак должен пойти мид, и Бесмастер сложно. Вот. По крайней мере, я представляю себе вот эти пики вот так. Сложно, за Декезер играет. Филка ТВ, ТТМ, Пальма, ЭКЮ и Дис. За Легаси, Морталис, Оникс, он же Тента Круэль. Под ником Атаман играет Дезерт, Куэрба, Патрон. Собственно, в Легаси у нас все челябинские. Команда Тугезер собралась вообще из разных городов. Там есть Екатеринбург, Пермь, Череповецк, по-моему. Честно, я не вспомню больше. И последним пиком Дич Доктор от Легаси. Вообще, что-то то ли интересно задумали, то ли непонятное что-то. Ну, тут тяжелая какая-то реализация будет. Ну, не понимаю, Бисмастер, Стан, Дич Доктор, Стан, Варвак, Стан с... И тут еще Джакира задует. И Джаггернаут пролетут по всему этому. Да, интересная задумка. А здесь Дарксир будет стягивать под Вейв Акаши, ультимейт ее, под Ультиномансера, под Темпуарка, чтобы лучше побить. Тут еще будет станить в этот же момент Рубик, чтобы никто не разбежался. И тут что-то у Морталиса случилось с компьютером. Собственно, Морталис идет в мид. На Вароке Бисмастер, это Оникс, сложный, да, Дезерт на Джекира, Патрон на Вич Докторе, Куэрпа на Джаггернауте. Ну, тут все стабильно. Насчет остальных ребят, я не знаю, куда они пойдут. Я вижу здесь только Филку на Виномансере, ТТМ на Темпор Ассасин, Пальма на Дарксире и ЭКЮ на Queen of Pain. Собственно, Дис играет на Рубике. Тут мы лицезреем паузу, опять эти логотипчики Газпрома. Не знаю, почему они, может, потом действительно спонсируют. Я там не уверен, правда. О, ребят на карте рисуют. В крестике нолики надо с ним поиграть, но, блин, меня не видно будет. Вот мы всегда играем в крестике нолики, когда пауза в начале игры или до игры. Только вот исчезает быстро, надо Вальвам написать, чтобы крестики-нолики ввели, короче, в минуту до пика. Это будет довольно интересным занятием, поиграть крестики-нолики. Итак, Морталис возвращается в игру. Please go game! Please go game! Тут будет жарко, тут будет экшен. При том, что ярко выраженного лайта... Ну, в принципе, нету, ну, только Джаггернаут. Ну, как бы против Темпуарки получается, и что? Ну, может, Бисмастер там еще подсобит, там, тут уже опять Клопа, может, дэмидж уйдет с веником. В общем, я бы сказал, совершенно не лайтовая игра. Тут опять какая-то пауза тут. Какой-то фут еще в чате веселый. Ну давайте, 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 ребята, хотим жаркую, жаркую игру. Один из полуфиналов. В другом в этот момент игра где-то параллельно Broken Glass и InnoFire. Неизвестно, кто раньше закончит. Неизвестно еще, кто будет в финале. Собственно, сейчас это определяется. И явно, что оставшиеся 4 команды, они самые сильные там турнире. Они тут просто по всем соперникам прокатывались, да, иногда с проблемами, как у InnoFire в предыдущей игре, когда были качели, где-то до счета 15-15, все не выиграли замес и начали сносить, и ребята из Shahid Gaming написали просто ГГ, и все, на этом игра кончилась. Особо нечем заняться. Я не могу ему дать мышку, потому что я с этой стримлю, блин. А что с той мышкой? А что у него с мышкой-то? Правда, по мыши не работает. Ребята ищут мышку. В итоге он хочет забрать ее у меня. С этим вопросом ко мне пришел Оникс. Ну ладно, я дам ему мышку. Задаю тебе мышку.
Ты смотри, это даже не моя мышка. Я знаю. Это мышка моего одногруппника. Моя любимая банка. Вот. Мышку моего одногруппника тут собирают. Давайте, да все сделают. Да, делай. Ребята из БГ хотят есть мороженое вместо того, чтобы играть. Редиски. Я тоже хочу мороженое. Мне тут жарко, наверное, уже сейчас будет очень сильно. Какая неудобная мышка, блин, за 100 рублей этот сраный Genius или что это? Нет, Гигабайт это хорошая мышка. Это великолепная мышка. Но поехала она как Genius вначале. Во, 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 отлично. Все, сенса есть? Это... Чуть не перепутал Гигабайт с Genius'ом. Тут я извиняюсь, потому что, наверное, хочу напомнить, что партнер нашего турнира компания Gigabyte. Официальный партнер нашего турнира компания Мегафон. Кстати, у них здесь тоже неподалеку есть фирменный отдел. Сетевое оборудование предоставлено компанией D-Link. Вот такая вот у нас рекламная пауза. А тут пока что? Что пока у нас? Ребята бегут под смоками вчетвером из команды Стугеза. Оставили только Дарксира все на линии. Стандартно пойдут. Тут что? Тут есть. Тут опа вард. Ага-ха-ха-ха. Оникс понял. Должен был увидеть, наверное, сейчас даже. Тут рейнджа у нее отображается, блин. Он должен был он увидеть, короче, тех ребят с под смоками. Должен был увидеть по рейнджу. Так, что у нас? А ребята опасались, кстати, из Легаси. Хотя вот тут лед есть. Баночки есть. Ага, ну тут как всегда хилочка тут. Топорики, ну... Вот. Видишь, без мастера больше древних. Без мастера, похоже, опыта сегодня получать не будет. Либо он будет получать... Ну, еще на 3 минуты на самом деле себе он спаун забочил, поскольку вот этот вардик должен тоже пробочить респаун. Ну, если бы где-то там дальше за деревню ткнул, если там вообще можно его ткнуть, ну, может быть получилось бы, что не факт опять же. Тут что? Тут Клопа будет играть в миде против Варвока. Да, вот он, трипла с Вич-доктором, вот, кстати, у патронок, вот такая клевая маска на Вич-докторе. К сожалению, качество картинки не самое высокое, поэтому не покажу ее. Вот она, вот такая вот клевая маска. С жезлом и что тут у него еще. На плечах у него такие, вот такие стильные плечи, модный. Тут что, ну тут стандартные тоже варды понатыканы. Довольно. А Дарксир что? Дарксир, да, правильно. Негде фармить. Фармили леса. Ну тут. Урсы бегают за ним. Жгут себя. Просто обжигают друг друга. Щитом первого уровня. Там будет пинать большого урса. Два щита. Молодец какой. Тут что? А, здесь пытались отвести. Неудачная отводочка. Могли два пака собрать, но не забрали. Даркс, давай, виномансер. Ай-яй-яй-яй-яй, не будет дабл спауна. Все, Риксар обломал. И крипов он не успел довести. Не было, потому что никого. Так, тут какой-то экшен. Под смоком. Опа, врываются на квапу. Банка залетела. Газ горит. Джакира ФБ! Отлично! Легаси! Дезерт будет доволен! А кого он убил-то, кстати? Кто играет? А он и Кью как раз и убил! Коварный тролль Дезерт! Ну все, тут уже прилетел он. Дарксир фармит. Квапа умер разочек. Тут чем? Виномансер.
Просто без вардов пока еще замедлил, сильно замедлил. Бедного без мастера, там пол хп снял ему, себе снял пол хп, оставил без маны. У тебя что, соринг-то будет? Да, скоро будет. Будет фармить. Так что у него все продумано. Правда, вот я не знаю, может до базы действительно пойдет. Хотя нет, стопит крипов спокойно. Тут, кстати, да, вот, кстати, триповая тимпарка, не знаю, я ее вот лично не люблю. Просто ненавижу, потому что тимпарка в миде быстро получает опыт, идет гангает. Всех убивать под команду. В трипле она получает все равно опыта меньше, даже вот с учетом того, что они там стоят. Да, опыта напротив бесмастера получит, но на миде должны левелы быть постарше. Да, вот здесь четвертый уже, ой-ой-ой, как связал клопу с крипами, великолепно. Тут еще потом похилится, вот, кстати, опасный момент. Клопа может понаглеть. Хотя нет, не понаглеет. Тылка и только летит, и скрима нету. Могла убить на самом деле. У тебя что есть? А у тебя соринга-то нету. Оникс быстрее соринг нафармит на харде сейчас. Да, ему только его принести осталось, либо купить. Ну, купить ему никто там не даст, а вот принести он сможет, как только курица вернется с трипы. Кстати, тут модная курица. Пенек с сундуком. Тут... Ого, через вард джаггернаут. Да, в топку криты, ребят, не качайте криты. На самом деле, криты это отстой, вот вард, который хилит всех, там, позволяет пушить, это классно. Это умно, можно команду с... И тут, отрезать будут. Не попал, АСП там. Джакира попала только одна банка, не помню, связала, тут. Замедляет, что он делает, он не может не убежать теперь. Тут выходит прямо джаггернаута, убегает, пытается пробежать тут. Крипы стоят, ничего не делают. Все остальные бегут. Варлок, будет ли помогать, Варлок! Все, будет пытаться убить своих крипов. Нет, Джакира убивает Дарксира. Здесь Варлок, Варлок хотел помочь. Тут квапа, клопу бутылка будет, тапок сейчас, но бутылка пустая. В то же время. А что-то летит у Морталиса, у Морталиса летит два когтя. Фазы, собственно, у Варлока. Ага, вот тут перетяжечка. Под смоками, в мид. Будет ганг. Нет, не было ганга. Ланая фармит. Пятый левел. Рефракшн на 3 уже. Мед на 2, и что, он плюс держит или что? Хотя да, здесь плюс был прокачан. Никакого птибуэйца нету, может мисклик или что это вообще? А тут эншиты настакались уже. Да, уже больше 2 минут. Причем эти ребята же их и стакают. Кто нет, пробочил. Там кабан спалил всю ситуацию. Тут реген сейчас заберут. По-хорошему, клопук. Клопе отдать реген. Дубей ты кабана уже. Дай. Вот, 37 голды срубил, наконец. И тут. Тут ганг. Ганг на Оникса. Гель. Животный есть. Скрим оф пэм получает. Ульт получает. И умер от яда. Тут клопа убила. Просрала всю ману, но убила. Тут Джакира хочет что-то сделать. Да, летает. Корпу фармит, у него 2300 уже. 2400. Кстати, да, мы крипы-то не открыли. 40 крипов у Джаггернаута, 37 у Тимпуарки, 27 Квапа, 21 Варлок. То есть мид-то выигрывает пока Квапа, но ее убили. Так что... Нет, на самом деле преимущества никакого явного нету. Ну, Хардлайн как бы подфармил. 23 крипа, между прочим, у Дарксира. И всего 2 у Оникса на Бесмастере. Тут пытается Оникс сететить Тауэр. Тут уже есть варды. Первого уровня только, но тут есть тимпарка с рефракшеном, есть рубик, и лучше сюда не подходить. Погоня за бесмастерами. Его подняли, гель есть, снесли вышку. Джакио пытается прилететь, чтобы сделать, иномастер, о, хп. Иномастер умирает, бесмастер умирает. Джакира заходит вместе с ВД, Маледикт. Тимпарку нужно убивать, Маледикт убивает. Нет, улетает, рубик. Почти поймали, не было эспета у Джакира. Все, отличный размен, 4-2 счет. Уже есть, почти 8-я минута. На миде кто?
На миде Варва культует по Дарксиру. Нет, не сможет его убить. Вот. Квапа пытается что-то сделать. Пытается убить Морталиса. Морталис живет! Убивает! Морталис уходит на ОХП, протравленный весь, и Дарксир тоже уходит до своей базы. 5-2, отличная игра уже. Легаси медленно набирает преимущество, Куэрпо фармит в этот момент. Что у нас? По деньгам, небольшое преимущество, а у Тугезер есть. Да, пофармили они побольше за счет Хардуайна. При этом Легаси по опыту уже почти 2000 разницы. Что тут есть интересного еще? Может по Итому что-то есть интересное? Нет, ну здесь нам ничего не покажут. Давайте так слэш посмотреть. Надеюсь, ничего не пропустим. Есть фазы у Морталиса, есть Базиль у Бесмастера. Да, никакого ринга не будет. У Дезерда. У Дезерда все стандартно. Тапок есть. Тапок Яша у Куэрпа. Тапок есть и Вич-Доктор. И тут что? Тут что-то на миде. На миде что-то будет. Будет заходить на квапу, нет? Нет, не поймают ее просто так. Тут уже все. Будет драка. Сейчас будет драка. Здесь 3 на 3 в миде. В миде 3 на 3. Квапа ультует, попадает только в Морталиса. Это фейл. Стрелку поднимает. Есть связь, есть полезик на квапе. Квапа теряет хп, бешено ее теряет. Никого не убивает команда Тригезер. Все, в мид кто-то портуется. Постели в лед. В лед. Почти попала темпуарка. Все, убили одного, уходит без мастера. Тем временем где-то убили. Где без мастера убили? Темпуар ассасин его убила в харде. Куэрпо на Джаггернауте фармит. У него есть Блэдфури на 4, Вард на 3, есть ультимейт. Тут кто-то в миде пытается навязать драку. Не получается. Тут Варды есть, есть айспэд. Варды пушат вышку. Варды какого уровня? Варды. Варды второго уровня всего лишь. С двух тычек будут падать. Тут курица что-то несет. Что-то несет курица. Ультимейт оп. Ой, говорю, прошу прощения, поинт-бустер несет. Кому несет? Поинт-бустер есть у Варлока. Вот, вот он не будет убирать как раз-то во вчерашних играх. Все, пушат вышку. Телепорт, кто тэпается? Тэпается Джекира, Джекира дает трёх, попадает в него Виномансер. Продувает Рубика. Банки залетели великолепно. И связаны двое, связаны. Все, отходят. Пятеро в миде со стороны команды Together. Пятеро в миде со стороны команды Legacy. И что, что там? Руна, дабл дэмидж нанизу. Квапа до него добежит быстрее. Куэрпо, что Куэрпо? Куэрпо тут. Видит, видит, что там? Все, отходит, не будет ничего делать. Бурмана Шелт у него есть. Больше у нее пока, кроме Яши, еще ничего, по-моему, нету. Ну, тапок, да, тапок, никаких фазов. Вич-доктор. Вич-доктор имеет какие-то деньги, есть тапок. Джекира тоже имеет деньги, есть тапок. Что-то, что-то будет творить. Не знаю, что будет творить. Здесь фармят, фармят эншотов. Что тут есть? Что есть? Что-то курица, да. Почти есть Микасом у Дарксира. Ему всего-то 800 голды на него. 700 голды осталось до него. У него есть уже щит на 3, вакуум на 1. На 1 Сурж. Но у него больше пока не позволяет уровень. То есть он без ультимейта еще. Тут Квапа с дабл дэмиджем просто гуляет и говорит, типа, я клево, и чё? Вы не можете залететь и убить. Не можете. Виномастер тыкает вард. А там вард. Ничего не получится, ничего не получится сейчас. У Квапы только ПТ и ботл. И на этом все. На этом все. На миде до сих пор просто какая-то, я не знаю, непонятная вещь творится. Джаггернаут фармит, Тимпарк фармит, у Тимпарки есть фазы Огаракс, Квила. Ну это БКБ 100% будет. Не будет чисто даггера или дезолятора, да не выживет Тимпарка иначе. Тут столько магического дэмиджа и физического, что тут надо только в защиту собираться. Дэмидж она и так сможет выдать. Тут темпарка пытается пушить топ. Так, перетяжечка, перетяжечка пошла. Трапы везде раскидываются, чтоб не обошли. Собственно, что? Реген тут видит Рубик, Рубик видит реген. Его сейчас забирает Квапа. Квапе что-то прилетит. Прилетит Magic Vent. Видя, остается один Морталис, здесь трое, на него могут выйти, четверо могут выйти. Рядом Сурж. На Сурж Драксир, нет, отходит. Тэпается Вич-Доктор. Все грамотно делают саппорты в команде Легаси. Будет пушить мид. Второй раз пушит мид. Вчетвером. Против троих.
Нет, не буду. Только варды тыкали и боятся подойти, зная, что бисмастер уже вот отошел. Джаггернаут-то только фрифармит. Тут с Солрингом, почти с Микасом уже носится Дарксир. Что тут? В курице. Что курица забирает? Курица забирает. Энерджи бустер забирает. Курица. Чьи-то арканы будут. Сейчас у кого-то будут арканы. Что будет? Да. Да, Джакира с арканами, Микаса будет следить доктора, видимо. Либо вообще его собирать не будут. В принципе, можно так жить. Ланая тут затраповывает все подходы, чтобы никто не обходил. И сами можно было ворваться. Игра тут просто напряженная, очень напряженная игра. Есть преимущество у Легаси до сих пор, но тут и могут сейчас пушить вышку. На... Джакира врывается, на Рубика дает свой огонь. И все. Ой-ой-ой-ой, вышел Джакира, его сейчас примут. Врыв! Ультриксара! Варвар! Ультует! Джакира ультует! Хилка висит! Рубика! Не отпускать! Догнать его! Рубик сейчас умрет! Рубик умирает! 9-3 счет! Минус 3 делает команда Легаси! Врывается! Врывается на темпланку здесь! Дарксир будет убивать Джакира! Есть банки! Дарксир убегает! Темпланка убегает! Приходит веник! Льдом! Ловят Дарксира льдом! Темпарк убивает Варлока! И! Да должен! И! Нет! И! Догорел Дарксир! Еще минус один! Виномастер на развороте убивает Вичтоптера! Виномастера проблемы! С Темпарком вместе уходят оттуда! Голем шляется! Нет, не догонит! Мид пытается спушить! Клопа влетает на кабана! Убивает птицу! Убивает кабана! Дефает! Голем! Как может дефает! Тут горит клопа, клопа блинкается, тут катапульта стесет вышку. Тимпар ассасин, добивает башню, все, подняли Джакира, будут убивать его. Нет, Джакира не смог помочь Тимпарку, и просто разлетается в считанные секунды. 10-6 счет. Тем временем, фармит себе манту Джаггернаут. Он его должен, наверное, нести уже сейчас будет. Я не знаю, что в курице. Нет еще манты. Но если у него ультимейт торп. У Дарксира столько денег нет, у него столько микасом. Что у Рубика? Рубик арканы даже не скоро будут. Тут клопе что-то летит. Летит клопе что-то. Ботал есть, ПТ есть, Огаракс есть. Может загони, может что будет. Вот, да, БКБ фармит. Темпарка, у Темпарки 100 голды до БКБ, она его должна успеть выфармить, ее не успеют загангать, но 100 пудов не успеют. Тут ЗВД, Копал Инвизи, тут Киллинг Спри, выходит Бисмастер убивает, вместе с Игернатом, пытается кого-то убить. Бэтфурик кончается, и Игернат умирает от Виномастера, от яда, но Рубик умирает. Дарксир рядом стоит, пытается что-то сделать, банка влетает. Ой-ой-ой, как хорошо поймал Джакира. Вишмастер минус один, Вишдоктор минус один. Еще минус два делают, один всего лишь одного. Джаггернаут, да, нехороший размен, убивает двоих. БКБ есть в этом парке. Тут врыв. Врыв от клопы, клопа пытается убить Доктора, Малинит. Каски хорош. Успевает все равно раньше убить Бисмастер. Клопу получает Вишдоктор, опыт умирает. 14-8 счет. Тут просто экшен начинается на карте после этого долгого стояния на миде. По XP, Legacy больше 3000 выигрывают. По голде 1000 преимущества у Тугеза. Всего лишь 1000. 90 крипов Джаггернаут, 88 Тембор Ассасин. 68 уже нафармил себе Варлок, 60 Дарксир, 55 Queen of Pain и всего 16 Оникса на бесте. Что по итамам? Есть, почти огоним у Варлока, это опасно, очень опасно для команды Тугеза. Бисмастер, уже есть худ у него, есть арканы. У Джакира есть арканы, есть кольцо, будет форстав собирать. Манты пока нет у Джаггернаута, но он сейчас умер один раз, там, подрался, хорошо подрался очень. Виномастер, сурной. Есть ПКБ, ФАЗ, Аквилла у Темпуарки. У Дарксира есть Микасом. Соуринг. ПТ Огаракс. Квапа, Рубик. Рубик с тапком вообще ходит. Тут что-то вообще все затраповано. Все ходят. Бисмастер пытается что-то пропалить. Есть иллюзия и пытаются, наверное, развести вообще.
Просто фарм. Опять наступает фарм, при этом все чекают карту. Нужен вижен. Нужно больше вижена. Все в вардах, все в трапах. У Легаси такой же вижен по вардам, точно такой же. Но есть птица против всяких вардов, этих трапов. Тут фармят, все фармят. Пока какие-то. Тут каждый ганг может привести к ошибке. Ошибка, все, можно игру проиграть. Тут надо отвлечься чуть-чуть, попить воды. Просто тяжело уже. Побога, мне сейчас открыть воду. Так, все, я попил из ботла. Есть мана, чтобы комментировать дальше. Тут мой телефон пытается мне позвонить, и я его хочу игнорировать. Не могу я ответить по телефону. Все, хватит. Дебарка стопа пытается пушить. Под рефракшеном заходит. Тут пытается что-то нафармить все. Все пытаются что-то нафармить. Все. Тут... Ой-ой-ой-ой. Какую-то грязь, что ли, хотят сделать? Будут ли делать грязь? Смогут ли найти кого-нибудь? Так, на мид идут трое под смоками. На клопу с Рубиком. Все, поймали клопу. Встань в клопу. Огонь, топоры, минус клопа. Все в клопу. Клопу минуснули просто моментально, с нескольких кастов. На миде вышка у Тугеза. 141 хп. Его все, его можно сносить, там типарка фармит 930 голды уже. Джаггернаут где? Джаггернаут вместе с ней фармит. У него есть мантастайл. Мантастайл у него есть, это замечательная новость. Веник тем временем что-то делает нанизу, может пытаться будет вышку спушить. Там... И сот хп. Все, Варвак добил вышку на миде. Куда пойдут? Дальше пойдут. Да, тут топоры залетают. Будут вынуждать тэпаться на мид. Может драка будет. Будет драка или нет? Ну только у бисмастера ульта нет, у всех остальных есть ультимейты. Можно врываться на самом деле. Нет, не будут без ульта, без ста врываться. Ну ему сколько еще до ульта? 20 секунд. Тут еще находят руну. Забирают. Будут ли пушить? Да, по варду прошлись, будут пушить, значит. Виномастер сразу отбегает. Что тут творится вообще на карте? Тут сейчас перетяжечка будет на нижнюю линию. Что тут? Что фармят, не знаю вообще. У патрон 1000 голды есть. Будут еще одни арканы? Огоним, у Варвака уже есть. Тимпарка снова будет пытаться снести вышку. У нее есть ПКБ, будет брать изолятор. Джаггернаут моментально возвращается на линию. Не будет он давать сильно фармить. Тимпарка так на 5 крипов переформила. Все, кинул ей в рефлекты прямо свой. Меч зарядил. Вышка пушится. Ой-ой-ой, какая стенка. Крипов поймал, двух пацанов поймал. И все, ребята будут ходить. Тут Варвак может задержаться. Варвак на передовой, тут что-то происходит, тут манта. И Тимпарка в инвизе пытается закритовать пытается. Ловит. А что? Не было маны на ультимейт у Джаггернаута. Это все плохо очень. Тимпарка будет сравниваться сейчас с Джаггернаутом. По фарму, по опыту, это этого нельзя позволять делать. А для Загезера это наоборот хорошая новость очень. Тут на низу просто агрессия. 4 в 4 сошлись, Рубик что-то сворвал у Джакира. Что своровался? Своровал СПС. Это... Врыв от Роксира. Гелят и на Мастера. Здесь Варвак пускает два ульта. АСПС от Джакира. Ульта. Стенка. Минус 3 от Легаси. И минус 4 от Тугезер. Тут просто на ТП ауте уходит только Джакира. В это время Тепор Ассасин пушит топ. Джаггернаут воскресился, все, готов. Снизу два ульта. Распрощение, два голема пытаются что-то там. Будут пушить вышку, будут разменивать за пацанов вышку. Все, Темпарка улетела. Дезолятор будет фармить дезолятор, тут глиф, два голема, будет пытаться добить вышку из-под големов. Минус один голем, АСПС. Нет, гелем разбивает и добивает вышку виномастер.
Тут курица что-то будет покупать у команды Together. Покупает Energy Booster, Point Booster. Кого покупает? Наверное, Клопе, У Клопе есть Агаракс. Это будет Аганим. Прошу прощения, это не Аганим, совсем не Аганим. Может быть, будет Стоун, действительно, это будет. Тут что? Темпор Ассасин хочет сделать грязь. А тут Вард. А Вард должен был увидеть. На боте сносится вышка, тем временем. Птица видит Темпор Ассасин на Рошане, у Рошана 360 хп. Туда сейчас просто полетит, все. Все, ребята выдвинулись, будут сдвигаться. Видят, что Смида пропали. Тут врыв. Будет врыв на Рошане. Каски влетают. Нельзя не дать забрать Рошана. БКБ. БКБ из-за Темпарка. Темпор Ассасин забирает щит. Будет убирать Вич Доктора сейчас. Маледикт. Не работает Маледикт. Стена Дарксира. Убивает Вич Доктора. Джаггернаут. Убивает Рубика. Queen of Pain. Бесмастер убивает. Дарксир убивает. Рубик покупается. Минус 3 уже сделали Together. Потеряют только одного. Ой-ой-ой, какой ультимейт от Queen of Pain. Это минус Джаггернаут. Опять минус 4. Выживает только Джакира. Будут пушить бот онлайн. Все. Тут Джакира пытается задефить, у него не получается. С кем уже? Да! Будет! Аганим от Клопы! И Дарксир будет с Аганимом сейчас! Рубик! Где Рубик? Рубик Аркейн Бутс. Большие проблемы у Легаси, по-моему. Есть Аганим. Будет собирать рефрешер. Обливион Став есть. Есть худ от Бисмастера. У Джакира почти Микасом. Нужен Микасом этот сейчас. Есть Пантастайл, есть фазы. У Джаггернаута. Больше ничего нету. Проседает Джаггернаут. Меньше крипов, меньше фарма, меньше убийств. Должно быть меньше убийств, по крайней мере. Да, Темпарка 4 убийства у Джаггернаута. 1-3-2 вообще счет. Большие проблемы у Легаси. Больше... Сколько уже? 7500 по опыту выигрывает команда Together. И больше 7500 выигрывает золото команда Together. У Legacy очень большие проблемы в этой игре. Если они хотят выиграть, им нужно как-то дефиться, фармиться больше, чем те ребята, которые сейчас хотят выиграть этот полуфинал. Всего одна игра отделяет ребят от финала, но кто-то выйдет в игру за первое место, кто-то за третье. Именно сейчас они хотят решить этот вопрос. У всех команд как бы амбиция выйти в игру за первое место. Очень тяжелая игра предстоит. 26 минут. Счет 19-16. Легаси фармят. Здесь рдов нету. У команды Together. Десотой птица. Птица видит на мене скопления пацанов. Темпор Ассасин уже с дезолятором. Еще 1500 в кармане. Есть. Будут врываться. Врываются. Темпарки сбили рефлекты, дали ей что-то. У нее есть еще 9 секунд БКБ. Врыв на вышку. Т2. Наверное, будут отдавать. Но нет смысла драться по Т2. Надо подлечить бараки. Куэрпа. Далеко вылезать вперед. Стягивает вместе Джакира. Гель не попадает. Трап. Все. Не получилось. Те, кто вылез за гангат, не получилось. Что-то будет. У всех команд ультимейты есть. Тут, я не знаю, можно врываться, можно дефить. Напряженный момент в игре очень, 27 минут уже идет игра. Еще до сих пор 19-16, но у Legacy нету никакого преимущества, кроме как по счетчику киллов. Что тут Вич-Доктор? Вич-Доктор, только Огаракс. Что в миде? Тут Джаггернаут, 1000 голды всего. Нету Микасма у Джакира, без мастера только появляется Хадре, с пайпом будет только варить, еще 700 голды. 1200 всего лишь у Варока, но есть Аганим. Поинт бустера от Виномастера, неужто будет Аганим тоже собирать?
Здесь изолятор. 2300 голды уже у Team Паркета. Я не знаю, что будет. Демонэдж? Да, Кристаллис есть. Это будет Дедаус в итоге. Team Паркет очень много фармит. Нельзя есть только фарма. Давай. Есть Аганим у Дарксира. Есть Аганим у Квапы. У Рубика есть ботинок на ману. Тут что? Тут что? Тут под смоками выдвигается. Выдвигается ганг команда вчетвером. Пятером. Ловят. Ловят, кидают просвет. Все сливает в Team Park. У Team Park большие проблемы. Аегис. Тут не успевает проюзать БКБ. Травлоткан. Это минус Team Park Assassin. От команды Legacy. Что у нее? Она юзала. Да, БКБ успел проюзать, но ее убили. В самом конце она была заюзана, уже бесполезно. Минуту респауна будет. Нет у нее ББ, когда только что покупала Кристаллис. Можно идти что-то делать. Нужно идти что-то делать. Нужно в ответ пропушивать мид. Больше никаких линий. Готовится депать еще по боту. На боте, потому что Квапа уже почти 2000 голды. Я уже просто кричу. Тут тяжело что-то делать. Тяжело говорить. Джаггернаут старается, фармит. 2000 у него голды есть. Начинает возвращаться чуть-чуть команда Legacy. Опускает преимущество слегка по опыту. Ближе к 5000, по фарму к 10 уходят, только к 10. Но преимущество очень весомое. Together. Team Park нафармил просто невообразимое количество крипов уже. 164. И при том, что это у нее счет 4-2-4. Очень много опыта они получили все. Еще больше голды. Тут что? У Рубика. Рубик будет собирать, наверное, форстаф. У него есть Аганим. Да, будет фармить себе Аганим еще Виномайсер. У него есть поинт-бустер. У него есть Огаракс. Ему еще 2000 голды. На деле меньше. Дорошана. Достаточно времени. Еще не буду говорить. Мало ли кто услышит тайминг из команд. Просто достаточно. Не буду говорить мало или много. Не буду говорить точную цифру. Что происходит у нас интересно тут? Пока Legacy опасаются, им нужен фарм. Им нужен фарм, им нужна экспа, им нужны выигранные замесы. Что тем временем? Тем временем, что тут опасаются. Ходит команда тоже Together. Очень аккуратно. Нужно им наверняка заходить, пытаться убивать, ловить по одному. Но по одному не будет команда Legacy теперь показываться. Да, будет фармить Джаггернаут, ему будут давать опыт, но так, чтобы он мог уйти. Потому что Джаггернаут в этой игре очень большие проблемы. После хорошего начала несколько раз убили. Он проигрывает уже по фарму в Team Park. И это все очень плохо. Тут что? Так, тут будет врыв. Тут будет врыв под смоками. В пятером идут. Непонятно, вроде не видели. Но поняли, что с карты, видимо, ребята исчезли. Тут что? Нет, тут вар только от команды Together. Ну, да, пропали пацаны на карте. Видимо, видели. Да, увидели Team Park. У Team Park снялся с фокуса, что же Геннет подошел. При этом низ надо дефить. Тут варок будет разбираться с низом. Просто кинет связочку, наверное, и все. Даже не будет связки, с руки забьет. На миде агрессия. Команда Together, наверное, будет заходить. Все, вот 5 на 5 будет стычка. Или не будет? Так, тут видят всю ситуацию. Но команда Together боится заходить. Знает, что могут очень легко проиграть замес. Рубик что-нибудь воровал? Нет, Рубик ничего не воровал. Значит, все хорошо еще. Можно что-то придумывать. Legacy команде. А вот Рубик, он что-то своровать, чтобы обеспечить выигранный замес. Хоть Ice Pass опять своровать у Джакира. У Джакира Микасом есть, отлично. Есть пайп Оникса. Патрон собирает Тогаракс, может тоже БКБ будет, может... Нет, это будет Аганим, должен быть Аганим. Но сейчас Аганим очень дикий после обновления. Убить сразу 5 целей под Аганимом. Это можно зафокусить всю команду под каким-нибудь айспетом и расстрелять ее. Все, это агрессия на миде, но Корпа не может фармить, а Team Park тем временем, ну будет набирать фарм тут. Видит птицу, убивает птицу. Ведь совсем чуть-чуть до Даоса остается. Фантомки тут. Нашли веника. Нет, не будут гнаться. Опасно гнаться. Очень опасно гнаться за веником. Потому что только веника не видели, на карте никого нет. Кабан палит. Но не атакует тут все.
все разбежались. Так, опять спокойная игра, я просто не знаю, куда деваться. Мне очень интересно, что сейчас происходит вообще в игре у Broken Glass и NFR. Там тоже две команды, там тоже должна быть тяжелая игра. Сейчас мне обещают что-нибудь подсказать по этому поводу. Потому что, ну, пока тут садишься, можно что-то сказать. Вот, пытается. Орел разведывает. Его видят опять. Орел сейчас, наверное, встанет, будет палить Рошана. Ну, команды должны знать тайминги. Все, видит Орел видит. Орел ушел в инвиз. Нет, стянули Орла, убили просто. Не будет виженного. Кто выиграл? А где временем? NFR выиграли Broken Glass. NFR в финале. Тем временем тут довольно потная тяжелая игра у команд Together и Legacy. Тут просто, опять же, зайдите на карте, но тут везде все вардами утыкивается, нужен вижен, нужно много вижена. Как бы варды есть, но в разных местах у всех команд. Нужные куски карты. Видят, что сейчас. Появляется Рошан! Его просто километровые свечки летят, вот. 2600 при этом есть у темпларки. Но огромный дэмидж по Рошану летит. Сколько он хп ударит? Теряет по 500 хп за удар. От изоляторов. Рошан хэсфолайн. И все. В темпарке собирает Аегис. Есть и большее преимущество у темпора Ассасин. У команды Тугезер, соответственно, еще больше. Но Тугезер начинает потихонечку терять по опыту. Но по где они опять начали отрываться. Опять 1011. У них лучше ситуация. Тут Тембор Ассасин еще. Скоро купит Дедаус. И тогда очень-очень несладко придется команде Легаси. Собственно, уже Гернауту. Джаггернауту 4000 голды, но ему нужен байбек. Ему придется дефить. Хотя я не знаю, может это Аганим. Может быть это будет Аганим. Тут заход от команд Together. Летят топоры, летит Айспес. Варды стоят. Тембор Ассасин носит просто огромный дэмидж. Банки залетают. Есть связь на двоих. Прорывается Микасом. Летит куча банок. Отгоняет от базы команда Legacy. Будет заход или не будет? Топоры летят. Никуда не попадают. Клопа отбивает крипов. У Клопы. У Клопы есть уже ультимейт орб между тем. Опять каски. Убивает крипов. Крипов при помощи двухголового дракона. Что? Тут просто куча всего летит, спелы, деф. Одни атакуют, другие дефят, ни у кого не получается. Виномастер кормит фардами Джаггернаута. У Джаггернаута сейчас сильно не хватает фарма. Хотя что будет? Что у него будет? Я не знаю. 20-16 всего лишь счет. Маленькое преимущество, при этом на теле его нету. Тут просто обстановка напряжена до предела. Тут страшно даже отвлечься от камеры куда-то. В любой момент может быть какой-то врыв, какая-то драка просто бешеная. Тут кому-то курица несет, кому курица уходит. Курица, Тембор Ассасин, да, есть Дейдаус, Тембор Ассасин. Значит, сейчас будет врываться и раздавать огромные критули под своим дэмиджем. Легаси, я не знаю, нужно терпеть. Малинит! Врывается на Драксира, ставится Вард! Есть стена Драксира! Есть големы! Есть уже байбек от Бисмастера. Убирает Дарксир, убирает Виномастер, убирает Джекир, убирает Джаггернаут, будет выкупаться или нет? Тембор Ассасин. Клопа убивает. Варлока. И есть. Джаггернаут выкупается. А Егис используется у темпуарки. Рубик уходит. Сносит вышку. Тут кабан атакует. Есть связь. Пытается снести бараки, БКБ от темпуарки. Темпуарка понимает, что надо уходить, похоже. Блинкуется Акаша. Погоня за темпуаркой. Темпор Ассасин пытается уйти. Есть трапы. Юзает трап. На ней горелка. Все. Тут еще трап, нет, не догнали. Не догнали никого. 22-20 что-то теряют они на миде вышку. Преимущество. Даже по гилам уже нету никакого. Уже за 7500 получили больше опыта ребята из Together. Legacy уже стоит по голде почти на 14.
Я не знаю, как они будут выигрывать игру, тем более, что Джекернат выкупался, да, он будет фармить Аганим. Но 37-я минута, Аганим довольно раньше должен появляться в таком случае, ведь дэмиджа больше у него нет, всего лишь Монтастав и Аганим. И ничего больше, при том, что у Тимпарки уже доедаос. У него есть изолятор, у него есть БКБ, у него сейчас будет Яша, это тоже будет Монта. И совсем немного, казалось бы, перефармливает по крипам-то Тимпар Ассасин. 227 против 200, но было уже два Рошана. Потом Тимпар Ассасин убил уже 5 раз, Джаггернаут только 3. При этом байбеки от Джаггернаута, плюс то, что смертей больше. Но... Тяжело играть. Вот что у нас по уровню? 20 уровень Тимпар Ассасин, 16 Джаггернаут, 16 Queen of Pain, 15 Варвок. То, что Яша появилась уже Темпор Ассасин, и я не знаю. Я честно не знаю, как будет выкручиваться из этого положения Легаси, если они хотят выйти в финал. Очень-очень все плохо. Очень все плохо для команды. 38 минут, все, 22-20. Имущество команды Together при этом. Заходит на мид. Под дабл дэмиджом. Ловят. Дают. Ультимейт! Два ультимейта! Просто куча спелов сливается в замес! Умирает Темпор Ассасин! Умирает Диспастер! Падают големы! Умирает Динамасер! Умирает Райдерсир! Умирает Фичдоктор! Минус 4 уже делает команда Легаси! Рубик не должен уходить! Он должен умирать! Просто давить последнего, типушек! Нет, не попадает на спесом Жакира! Куэрпо на фасад! Бежит! Убивает Жагернаут! Это минус 5! Здесь по низу идут крипы. Надо дефиться надо, нету выкупа от команды Together. Не будут выкупаться, их не будут пушить. Крипы просто со всех сторон зашли. Их надо отбивать. Однако есть время, есть какое-то время, еще 30 секунд есть хотя бы отогнуть линии. Хотя бы подфармить, потому что барак наполовину косы на миде. Надо убивать мид. Просто минус 5 смогли сделать. Ребята, все, преимущество по опыту сокращается до 8 тысяч. По голде оно становится меньше 15. Но Гейзер все равно хорошо фармит. Что, кстати, у Варвока? Варвока есть деньги на рефрешер. Должен покупать рефрешер сейчас и сдать просто КД своей ульты. Да, покупает рефрешер себе, Варвок. Есть Голдскептер у Вичдоктора, есть барабаны у Джекира. Наверное, тоже... Аганим есть у Джаггернаута. А у Вичдоктора. Вичдоктора пока все просто, у него пока только Огаракс. Виномастер сурной. И также половина Аганима у него осталось, нету денег, он вардить должен. Мистик Стаф появляется у Дарксира, это будет либо Хекс, либо Пайп. Скорее всего, прошу прощения, либо Шива Гвард. Это будет Шивагвард. Покупает защиту, рецепт сразу. Если гоним у Квапы есть линка. Есть Хаст и есть ПП. Неплохой уже сбор у Квапы все-таки, но дэмиджа, конечно, не сильно много пока не выдает. У Рубика есть Форстаф, есть Огаракс. Тоже фармит, не переставая фармит. Все очень серьезно, у команд тут огромное количество в цифрах по фарму. Опять же, то, что Варвок с рефрешером, это очень-очень опасно для команды Together. Теперь могут отбить, просто могут сильно отбить. Так, тут ничего пока не будет, Опять фарм. Опасно идти сейчас атаковать даже команде Legacy. Опасно атаковать команде Together. Просто напорится на огромнейший деф, так что сделают минус 5. Непонятно, что у нас по байбекам, я посмотрю, конечно, тут кто... Ну, тут все понятно на самом деле, я не буду говорить ситуацию по байбекам, могут услышать, очень много времени еще нужно, чтобы дойти до такой стадии, поскольку все фармят, 42 минуты игра. Тут без... Опять же, байбеки не комментирую. Те, кто смотрит наш стрим в интернете, либо здесь в фокусе на первом или на четвертом этаже в Библиоглобусе, они, надеюсь, увидели картину и понимают, что от них требуется. Тут что, тут пока затише, все равно все фармят, орел разведают, варды разведают. Непонятно,
что творится тут, что, тут что. А тут все скоро будет. Все очень скоро будет. Вот, тут даже стрелочка рисуется, не показывающая направление того, куда надо идти, зачем надо идти уже. И так все понятно. Как надо идти, тоже всем понятно. И тут что, курица несет. Курица кому-то что-то несет. А, курица несет всякие варды там, мистик стафы и так далее. Haste. Хаста. У Queen of Pain срабатывает уже. А тут что, тайминга нету никакого. Ребят, вы рано. Мне, конечно, могут услышать через минуту, но через минуту этот рошан уже будет. Кстати, модные довольно курицы. У всех. Тут что, Джаггернат фармит, но он 50 крипов уже отстает. От Темпор Ассасин, Дедаус, Монтастайл уже собранный. Курица его сейчас должна принести будет. Теперь что, Виномансер, Винокансер. У него, ну не, он не нафармит, а гоним уже в игре, мне кажется. Если они, конечно, не сделают минус 5, но если они сделают минус 5, они просто снесут трон. Очень тяжелая игра. Это потому, что другой полуфинал закончился. Тут денежки какие-то есть, вот на байбеке все начинают копить. Без байбеков делать тут нечего, а тут? Что тут? Тут вообще все утыкано везде просто, ну не пройти. Начинает бить Рошана команда Together, не просто успевают. Вот посмотрите, с какой скоростью он падает. Тут огромнейшие тычки летят от всех и... С нескольких тычек он падает. Опять щит у темпуарки. У нее 600-й уже пак, учитывая Егис опять же. Еще 27-22, 44 минуты. Сейчас собирается команда Together, будет пушить мид. Будут пытаться заходить под Аегисом. Легаси для того, чтобы выиграть, нужно сделать минус 6. Сделать минус 6 и при этом минимально потерять людей. Линии, потому что оттолкнули уже по бокам. Залетает маска. Каски залетают. Тут темпарка. Начинает залетать. Будет бить барак. Есть пайп. АСПС от Джакира. Ультимейт бедного Виномастера и все. Раз, два голема, связь, полетит! Queen of Pain ультует, еще СП, еще големы! Минус 3 от команды Legacy! Минус... Аегис, это уже минус 4! Гопа! Гопа не должна выжить! Гопа! Остается вместе Темпор Ассасин, 2 на 2, без мастер Джаггернаут против Темпор Ассасин, Queen of Pain! Тут модный вард, тут очень модный вард у Джаггернаута, он должен помочь им выиграть! Пытается сносить барак! Юзает гриф, команда! Легаси! Бьют темпуарку! Темпор Ассасин умирает! Это минус 4! Вернее, минус 5! Еще Аегиса не потеряли! Queen of Pain, tap out! Надо уничтожать! Надо идти уничтожать! Минус 5 они сделали! 12 тысяч по XP! В голде почти 20 преимущества от Together! Счет 31-25 в пользу команды Легаси! И Legacy при этом ничего не могут сделать. Они убивают, но ничего не могут сделать. Хотя, ну, нужно было идти. Они смогли бы. За игру Темпор Ассасин уже дофармировал 22 тысячи. Квапа 15. И 15 дофармил Джаггернаут. Ну, это... Не знаю, да, Темпор Ассасин настолько ужасно в лите, но тут пики совсем не лейтовые. Здесь нету, бывает, персонажей. Там варок уже 12-5. Тут Денай, Т2 на низу, от Дарксира. Крипы пропушили, здесь, на топе. На топе нет, не успели крипы прокоцать вышку. Тут 9 киллов Квапа, 7 киллов Темпуарка. 6 Джаггернаут, 6 Бисмастер, 5 Дарксир, 4. У Вич Доктора, 3 у Джакира, который уже 21 ассист в игре сделал. 21! Виномастер, 2 убийства, 1 убийство Рубика, у них по 16, по 15 ассистов. У Бисмастера, между прочим, тоже 15 ассистов. И Вич Доктора 14. То есть очень-очень слаженно работает команда Legacy, но не хватает им пока ничего, чтобы выиграть. Но очень много они проигрывают, как по опыту, так и по голде. Но по голде тут вообще почти 20 тысяч разницы. Игра может реально уйти на 80 минут такими темпами, если они так же будут сопротивляться. А ведь, между прочим, барак-то в миде. Команда Together запушила. Запушила миличный барак.
У них есть уже преимущество. Преимущество у Together нарастает, при том, что команда Legacy великолепно дефит. А тут что? Сколько? 10 секунд ультимейта. Все, все ультимейты у всех в игре есть. И невероятное напряжение на самом деле. Вот опять трапы, опять всякие кабаны, опять летающие орлы, ворды, плюющиеся ворды, и все, тут только вижен, только вижен. Только фармы, ничего больше. Очень-очень осторожно стараются играть команды. Рошан не дает преимущество команде Together. Это будет третий Рошан при этом. Третий. И нету никакого преимущества с ним. Так, Legacy все равно сделали минус 5. Остались только Квапу. Квапа, если бы чуть замешкалась, ее бы тоже убили. Тут по боту будет заходить команда Together. Будет пытаться ломать. Линия в миде будет путаться. И нужен долгий замес. Заходят. Стягивает Драксир. Стена. Айспэс. Квапа ультует. Здесь летают големы, опять летают ультимейты. Тут просто уже у меня игра пролагивает. Тут байбек от бисмастера. Минус 5 делает команда Legacy. Надо уничтожать, просто уничтожать надо. Прямо сейчас. Минус 5. Что по байбекам? По байбекам все в среднем неплохо для команды Together на самом деле. Но только двоих забрали, и байбек команды Together у Legacy. Legacy делает минус 5. Нужно идти уничтожать. Нужно уйти сейчас и уничтожать. Ребята. Уже 49 минут игра идет. 49. И в долгий-долгий пик. Фактически час они уже играют. С учетом всех пауз, проблем с мышками. Все, сейчас будет заход. Заход на Т2. Т2 будет ломать. Бисмастер и Висплоктор. Тоже вытягивается Варвок. Джекернаут по другой линии совсем идет. Тоже пытается что-то сделать. На базе есть Джекира. На базе Джекира появился. Бисмастер разрушил башню. Разрушил башню, уходит. Все, уходит. Снесли целую вышку. Вот чуть-чуть преимущество разбавили. По XP. По XP на 6000 разницы. В два раза сократилось после вот этого замеса. До 15 обратно по голде она опустилась. Тут с 20 до 15, но это уже получше ситуация, хоть как-то получше. Что есть у Варвака? Варвак. 3700 голды, также рефрешер Аганим. Бисмастер. Бисмастер с Голдскептором и Владимиром. Джекира. 1000 голды имеет в запасе. Затар тот же. 4800 у Джаггернаута. Есть дезолятор. На топе крипы пушат тавер. У них ничего не выйдет. Тут прилетает Рубик. Прилетает Тим Парков. Тут у Вич Доктора 1500. Да, тут все на бабеке уже держат команды. И на мастер все-таки собрал свой гоним. Как он умудрился, я не понимаю, но нет у него байбека. Темпор Ассасин. 3300. Монтестайл, также дезолятор. Дедаус. БКБ. Фейсбрус. Я не знаю, что она будет еще собирать. Ну. Ривер! Будет сатаник. Это должен быть сатаник. Это не будет Тараска, потому что ей не хватает как раз таки вот этого вампиризма. Работать будет. Haste. Квапа. Квапа с Хиксом. Уже с Хиксом. Еще что-то видимо будет собирать. У нее нету голды. Тут у Рубика все точно так же. Фрустав Огаракс. Арканы там, всякие смоки, там бандочка до сих пор не грейженная. Пешечка. Тут что-то пытается сделать Квапа. Непонятно, что тут уже, что там, кстати, по уровням в игре. По уровням в игре хочу посмотреть, что. 25-й Темпор Ассасин, 23-й Джаггернаут, 22-й Queen of Pain, 20-й Варок, 18-й Бисмастер, 17-й Вич Доктор, 18-й Рубик и Дарксир, 16-й Джекира и 15-й до сих пор уровень у Веномансера. Не может он 16-й получить, его ультимейта, может, не хватает на третьем уровне хоть чуть-чуть. Это при том, что там пайп с другой стороны. Тут Ривер. Нет, тут все-таки Тараска будет. Тут будет Тараска у Темпор Ассасин. Будет 6-слотовая Темпор Ассасин. И что, куда дальше она пойдет, непонятно. Есть башер у Джаггернаута. Вот это да. Вот это да, есть башер. Вот честно, не знал, что он будет собирать. Тут что?
Тут вот этот вот участок карты всеми палится. Здесь еще достаточно времени нужно прождать, видимо, чтобы попытаться устроить замес какой-то. Тут при этом вышки уже накоцанные у команды Legacy и на топе, и на боте примерно на треть. Все фармят. Тут тебя поражать вообще с дабл дэмиджем. Сейчас выфармит уже себе Тараску. Это что? Ой-ой-ой-ой-ой. Они видели или нет? Видели ее или нет? Тут под смоком идут. Могут ворваться на Тимпар Ассасин. Ой-ой-ой. Тимпар Ассасин должна уходить. Нет, пропалил нет. Трап. Пропалил трап Тимпарку. Тимпарки трап пропалил. Все. Нет, не, понимаем, что если это так, то это байт. Это будет байт. Нету байта. Нечем его делать. Все. Смок кончился. Фактически. Птица так уже летит на Рошана. Тут остается до Рошана, ну, совсем немного времени. Тимпар Ассасин, 3200 хп, 25 уровень. Огромное количество дэмиджа. Тут на миде крипы пушат. Куэрпа, что у Куэрпа? У Куэрпа 3000 денег. Четвертый Рошан в игре, уже четвертый. На 54-й минуте он появится, тут смоки. Тут есть смоки. Они не знают, что вот этот смок сейчас должна была пропалить птица. Если внимательно следил Бистмастер, то он должен был видеть смоки. Он должен был видеть смоки. Это знак, что надо идти. Но по таймингу должны смотреть. К Рошану как раз нужно подходить уже. Здесь нету Сентриков. Сентриков здесь нету, ну блин. Заюзать смок. Пройти, побить за Рошана. Начинает бить Рошана, Рошан рассыпается просто, у него уже минус пол хп. 4000! Не успеет забрать Рошана Легаси. Клопа забирает, а Егис, тот врыв, Джакира убивает Рубика. И ультует, достигает Дроксира, Варвак, делает 4 голема, убивает Дроксира, убивает Миномастера. Кинул Фэн, убивает Джакира. Минус 4 от команды Легаси. Минус 5, остается Тимпар Ассасин. И 4 от команды Together. Лич Доктор пытается уйти. Он не уйдет. Должны, наверное, быть байбеки. Сколько байбеков? Джекер на вот байбек есть. Барок есть байбек. Момент големов расщепляет. Момент расщепляет големов. Лич Доктор умирает. Будет 2 на 2 дефиться будут. 2 на 2 деф. Тимпар Ассасин тоже с байбеком. Таймеры тикают. Сносит казармы сносит, тут Хекс. Не дает подефить. Клопа пытается побить. Джаггернаута. Бараки снесли. Клоп. Ой, Тимпар Ассасин. Идет на ботом лейн. Пытается забить бараки. И заглив. Будет ли врыв? Ой, у Куэрпа нету хп. Просто нету хп. Просто есть все, что нужно. Все, что нужно, есть у Тимпар Ассасин с клопой, чтобы уничтожить. Резается команда Together. Должна улетать к ним. Минус миличный барак. Тут что? Зарубят сейчас Queen of Pain, наверное. Ловят Тимпар Ассасин. Тимпар Ассасин умирает. У нее есть байбек. У нее есть байбек, а есть 100 секунд. Резается 400 крипов Тимпар Ассасин уже. Счет 40-32 в пользу Legacy, но преимущества нету. И в системе две стороны, при том, что почти 4000 всего разница в опыте. Но вот это 25 уровень, поэтому разница в опыте будет сокращаться теперь. Однако, 20000 по деньгам. 20000 разницы по деньгам. У Варвак. Рефрешер гоним, деньги на байбек. Бистмастер, есть Владимир, Файб, Госкептер, нету байбека. Голскеттер, барабаны, арканы, Микаса. Мы нету байбека у Джакира, Джаггернаут. У него не будет байбека, если он сейчас умрет. У него есть монта, Аганим, Дизолятор, Скубашер. Джаггернаут, прошу прощения, Вич-Доктор. Пытается собрать Огаракс. У него есть Голскеттер, Виномансер, Аганим, арканы, Урна. Шестисотовый пак у Тимпарки, Тараска, БКБ опять же. У Клопы, 2000 денег. Есть еще 2 слота, в принципе, чтобы затарить что-то мощное.
вместо ботов, вместо ТП потом убивать. У них еще им есть что собирать еще. У Рубика Ога Ракс, у него есть Гоу Скептер. И команда начинает фармить. Уже было 4 Рошана в игре. 4 Рошана. Это должен будет, наверное, быть 5. Игра уже скоро подтянется к отметке в 60 минут. При этом есть преимущество у Together. Они могут зайти, снести и завершить игру. Если, конечно, подвига крипами Legacy не смогут выиграть. У них тоже есть на это шансы, но не настолько большие. 20 тысяч, разница по золоту. Legacy фактически без итемов. Есть несколько важных, но их мало. Их уже не хватает. Против 600-го тимпарки хватает только, чтобы забрать их впятером. Одну. Ну, квапа, да, она не считалась. Но... Есть ульты, есть у всех ульты, есть уже должны 16 уровней быть. Есть. Нет, виномастер 15 до сих пор, я не понимаю, как он умудряется. Виномастер, получи 16 уровень в лесу. Здесь 3 хп у вышки на топе. 3 хп. Просто катапульты нету, слава богу. Убивают крипов. Яростно убивают крипов. Нельзя отдавать в эту вышку сейчас. Есть ли глиф? Нет глифа у команды Legacy. То есть эту вышку снесут, начнут бить бараки. Бараки рассыпятся моментально. Просыпался барак, где Барасасин и Люсей добивает барак. Ой-ой-ой-ой-ой, пропустили спелы просто в иллюзию, развели на иллюзию. Тут БКБ. Ульты. Просто куча ультов. Стена Дарксира, стяжка, связь. Куча големов. Просто мясо огромное. Минус 2 делает команда Legacy. Умирает лишь доктор. Тут все ультуют. Минус 4. Минус 5 команда Legacy. И байбек от Queen of Pain. Но снесли бараки. Все. И только минус 2 саппорта убили у команды Legacy. Размен. 4 в 5. Прошу прощения, 2 в 5 размен. Ну надо идти убивать. Ну тут сейчас мега крипы пойдут. Просто идти до конца и убивать. Что по байбекам? Байбек есть только у Чепор Ассасин. Больше ни у кого байбека нету. Есть только папа. Все. Надо идти уничтожать. Надо идти уничтожать. С четырьмя големами. С четырьмя големами можно дойти до мида. Сделать там грязь. Уничтожить. От того, что резался саппорт, ничего не будет. Еще минуту будет воскрешаться Чепор Ассасин. При этом байбек есть у Джекира. У Бесмастера даже есть байбек. Джекира вернулся в игру, будет пушить. Темпор Ассасин с байбеком. Эта драка может решить сейчас исход игры. Вот эта драка. Ульт теряет Квапа. Квапа теряет ульт. Нет големов. Надо идти до трона. Темпор Ассасин выкупается. Сейчас появится Драксир. Иллюзии КОР попытаются кого-то сломать. Все. Отпуск команды Legacy. 645-34. 4000 по опыту есть преимущество. У Legacy по голде. По голде 20 тысяч, ну немножко отошла в сторону Legacy отметка, но нету столько денег, сколько надо. Итемы, нужны итемы. Нужны итемы команды Legacy, ничего нового у них не появляется. Плюс еще нужны деньги на байбек, постоянно нужны. У них остался один барак, и будут мега-крипы. Под мега-крипами будет тяжелее играть. Варвак собирает ультимейт орб. Сколько он денег вообще нафармил? Ну, у него 1006 было, чтобы купить этот ультимейт орб. Ой-ой, Куэр проводит хекс. Не получается ничего. Тут какой-то итем. Эбби Шалбойт есть у Куэрпа. Риск. Огромный риск, ребята. Это огромный риск. У тебя нету денег на байбек. Тут куча крипов, пытается что-то сделать. Продув, никуда. Рубик ворует что-то. У меня уже затекает рука. Я не знаю, тут тяжело уже. Сколько терпеть. 62 минуты практически игра идет. Очень жаркий полуфинал. 28 тысяч против 22 общая ценность у Темпуарки. И Куэрпа. Ловят Бесмастера. Сейчас будут големы. Много големов. Феник ультует. Бесмастер ультует. Стенка от Дарксира. Где? Минус один. Куэрпа ультует. Минус два. Минус... Вард ставился. Тут все как... Минус три. Минус четыре.
Минус 4 от команды Legacy. Рубик единственный, кто ушел из замеса, и потеряли только Джекира. Что они творят? Что творят Legacy? Где байбеки? Байбеков у команды Гезер только один, только у Дарксира. Ломать. Просто идти пушить до трона. Есть 4 голема, есть время на них. Надо сейчас просто отбивать линии, ломать. Не, у нее есть деньги. При этом мега-крипы есть у команды Together против команды Legacy. Уничтожать. Нужно уничтожать сейчас. Дарксир выкупился. 15 секунд до Лигномансера. Будет втроем пытаться защищать базу. 60 секунд до Темпор Ассасин. 50 секунд до Queen of Pain. Собственно, у вышки на миде. Сейчас 159 хп. Пытаются дефить. Нужно идти до конца, ребята. Ребята дальше среди крипов. Опушат они два против троих. Сейчас или никогда. Начинается замес. Бисмастер атакует. Тут Куэрпа. Бисмастер ультанул. Большие проблемы под вардом. Килиса. Минус Виномансер. Рубит. Сейчас выкупится, уже резится квапа же. Резится квапа. Виномансер. Тут Рубик появляется. Тут... Не успела. 63 секунды до того... прошу прощения, 63 секунды. 63 хп. Ломает. Вышку. Все, Оникс убегает. Нет, все. Оникс попал. Его просто... Куда они его затянули? Ага. Вот сюда. Дарксир убивает. У Бисмастера. У Бесслава есть байбек. Бисмастер выкупается. И сейчас еще будет Рошан. Счет 50-36. Варлока Майлсторм уже. Да, тут 38 секунд до ультимейта ему. Почти 2000 у Джекира есть денег. Так, с теми же итами я слышу Джаггернаут. 3800, у него постоянно должны быть деньги на байбек. Вич-доктор, БКБ. Вич-доктор, БКБ, вообще красавчик. Аганим также. Тут все, 6 сотов остались. Здесь есть Шива. Есть, Рошан пилится, моментально пилится. Уже пятого Рошана за игру пропускает команда Legacy. Это пятый Рошан уже, по-моему. Кого Егис? Кого сыр? Сыр. Сыр у Клопе. Сыр. У кого сыр? Я не понимаю, у кого сыр. У Рубика, наверное, сыр. Стой. Тут сейчас пуш по боду. Так. Ладно, не посмотрим, у кого сыр, наверное. Сыр. Быстро смотреть, у кого сыр. Сыр у Дарксира. По ботам линии пушится. Под мега-крипами. Под мега-крипами фактически. Один барак остался. Один барак. Тут что? Тут големы. Здесь Гаски. Минус 4 сейчас будет. Минус 1. Здесь сыр. Сыр использует Дарксир. 4 голема пытаются разобраться под ультимейтом Джаггернаута. Теряю. Джаггернаут умер. Сейчас будет выкуп. Выкуп от Джаггернаута. Уже минус 2 есть. Минус 3 даже есть. Дисмастер ультует. Дисвард. Ой. Своровал ультимейт Рубик. Но ему это не помогает. Темпор Ассасин, где? Темпор Ассасин сейчас умрет. Мега-крипы. Джаггернаут убивает, Рубик выкупился, Рубик один. У Темпорки есть байбек. Мега-крипы у команды Together. Команде Legacy надо выигрывать, пытаться выигрывать. Байбек есть у Юномастера, есть байбек у Темпорки, и Рубик уже выкупился. И нету байбеков у команды Legacy, мега-крипы идут против них. При этом есть свободные бараки на миде. Что такое? Причем Рубик, заметьте, Рубик до этого умудрился спереть ульт у команды Legacy, а именно у Варлока. И два голема ходили против команды Legacy. То есть это вообще очень-очень тяжело. Да, 6 големов на карте, это вам не шутки шутить. При этом, давайте посмотрим быстро график. По XP больше 15 тысяч у команды Legacy. Меньше 15 тысяч преимущества по Гауде уже. Не знаю, сколько им еще надо играть, чтобы выровняться, либо снести. Серьезно, это... Ломается барак. Огромные куски вылетают. Тут с Бисмастером. Есть байбеки. Сейчас Клопа еще резнется. Будет ломать барак. Еще барак. Люди Джаггернаута ловят места.
У пишмастера нету байбека. Пытается уйти. Ой-ой-ой. Все. Все, Диабор Ассасин убивает пишмастера. Тут пытается задавить крипов. Огромное преимущество команды Together до сих пор. 67 минут. Почти 68 уже идет игра. Что-то кому-то принесли. Тут что? Тут если. Тут ультимейт Тора у Варлока. У него уже что? Нет, Майл Шторм. Белл в дискорд от Джакира. Тут ничего. И у Кэрпа нету байбека. Тут фактически ни у кого нет байбеков. Нету байбеков вообще на карте. Курьер сил света. Курьер сил света был убит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо. Есть Драксир, есть Драксир. У него есть байбек. Если он умрет. Мега крипы. Вырывается на Корпа. Корпа быстро теряет КП. Корпа умирает. Крутится и умирает. Минус бисмастер. И тут Дисвар пытается что-то сделать. Куча ультов, куча итемов. Юзеса мне лагает просто вся игра. Минус 4 от команды Together. Сейчас будет минус 5. И... Вич Доктор. И команда Together выходит в финал. За 68 минут, 42 секунды они выигрывают со счетом 43-55. Не в свою пользу. Диджи. Следующий у нас будет игра за третье место между командами Broken Glass и Legacy. Через какое-то время. Оставайтесь с нами, купите себе что-нибудь, сходите в магазин, купите чипсов, пиво, я не знаю, там газировки, попкорна, и оставайтесь с нами. Нельзя пиво.